Привет всем, друзья! Сегодня покажу, как сделать из крышки от бутылки отличную насадку на дрель. Юбку крышки нужно выпрямить пассатижами. Чтобы крышка была наиболее ровной, ее нужно выровнять кувалдой, поровней расплющить. В центре крышки нужно сделать отверстие. Я использую обычный гвоздь. Сверлом отверстие нужно расширить. Я использую шуруповерт. Теперь понадобится болт. На него нужно шайбу насадить и установить крышку. Снова шайбу. Теперь гровер. Накрутить гайку. Гайку затянуть. Получилась отличная насадка на дрель. Пришло время испытаний. Насадку нужно установить в патрон дрели и затянуть. Сначала попробую разрезать бутылку. Насадка справляется с пластиком отлично. Теперь ее испытаю на алюминиевой банке. С алюминиевой банкой насадка справилась тоже на отлично. Пришло время испытать на шланге. Со шлангом также справилась на отлично. Пришло время испытать на наиболее жестком материале. Взял деревяшку. И с деревом справилась на отлично. Всем удачи и добра!